Сегодня мы поговорим о лечении на курорте Друскininkai. Он является многопрофильным курортом, где лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, урологические, гинекологические заболевания, диабет, нарушение обмена веществ. Также на курорте лечат и детские заболевания, в том числе ДЦП. На курорте Друскininkai мы в гостях у врача Арвидаса Бальчиуса, который нам расскажет, что и как лечат на курорте. Для лечения мы используем натуральные, природные и перформированные природные факторы. Натуральные факторы – это минеральная вода и грязь. У нас мы лечим следующие заболевания. Самое главное – это опорно-двигательный аппарат, лечим и сердечно-сосудистые, пульмолегочные, желудочно-кишечные, нефрологические, кожные и гинекологические заболевания. Также лечим и нарушение обмена веществ. Это сахарный диабет, ожирение, простатиты. Следующая группа заболеваний – это заболевания центральной и периферической нервной системы, такие как радикулиты, плекситы, последствия травм, корешковые синдромы при остеохондрозе позвоночника. Кроме лечения основных групп заболеваний, мы стараемся предложить и лечение других заболеваний. В частности, у нас широко представлено лечение гинекологической патологии. Мы проводим обследование гинекологических больных, включающие ультразвуковое обследование, кольпоскопию, обследование на инфекции, передаваемые половым путем, онкомаркеры, онкомазки. Для лечения используем грязевые аппликации, гинекологическое орошение, ванны минеральные, йодобромные. Активно лечим пациентов с бесплодием. И тоже видим хороший результат. И при бесплодии результат бывает налицо. Вот приезжают потом довольные пациенты с маленькими детками. И как бы это для нас это наилучшая благодарность. Кроме этого, мы лечим патологию органов дыхательной системы. У нас есть галотерапия, это лечение аэрозолью поваренной соли, которая наиболее эффективна у пациентов, предрасположенных к аллергии, с бронхиальной астмой, полинозом, с атопическим дерматитом. Следующая группа заболеваний – это заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, язва желудка двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит, заболевания кишечника. Для лечения этих заболеваний очень эффективна наша природная лечебная минеральная вода. Значит, она различной минерализации, низкой, средней и высокой. Это вода, обладающая выраженным противовоспалительным действием. Мы ее используем в качестве внутреннего применения, для которого подходит вода низкой, средней минерализации, и для наружного применения. Для ванн эта вода обладает выраженным лечебным действием. Наши пациенты, приезжая к нам раз в году, они видят хороший эффект, и поэтому мы вот очень часто видим, что на следующий и следующий год приезжают все те же лица, потому что люди видят хороший эффект. Нормализуется перистальтика, уходит воспаление. И наступает на самом деле длительная и стойкая ремиссия в лечении этих заболеваний. Для питья, для внутреннего потребления мы используем натуральную минеральную воду. Значит, мы подходим индивидуально к назначению этой минеральной воды, потому что именно правильный прием и обусловливает высокую лечебную эффективность нашей минеральной воды. Врач индивидуально подбирает количество минеральной воды, температуру, время приема этой минеральной воды. Мы рекомендуем пить в зависимости от того, чего хотим мы достичь. Если у нас есть какое-то раздражение в желудочно-кишечном тракте, тогда мы минеральную воду пьем 45-30 минут до еды, теплую, маленькими глотками, для того, чтобы это раздражение снять. Если у нас есть какие-то вот нехватка, вот как бы какие-то или застойные явления, или
там не пищеварение. Тогда мы минеральную воду пьем 10-15 минут до еды, большими глотками, холодную. Эти мы стимулируем деятельность желудочно-кишечного тракта. Минеральная вода принимается 3 раза в день и курсовой прием 2 недели. Минеральную воду рекомендуем пить из стеклянной или керамической посуды, так как и наше все лечение – это природные факторы. И тем самым, когда мы пьем из керамической и стеклянной посуды, мы бережем природу. То же самое мы минеральную воду используем и для не только для питья. Ее используем для ингаляции, для легких. Потом на основе минеральной воды мы готовим разные ванны. Это и разные минерализации. Также минеральную воду используем для орошения десен против пародонтоза. Когда делается через специальную насадку массаж десен с минеральной водой, и еще делаем кишечный душ. Это процедура для людей, которые страдают запорами. Это процедуры, и делаются эти процедуры не более 2 недель, и в принципе мы их делаем не более 3. Но в редких случаях, когда уже есть большая проблема, тогда может быть сделано и 5 процедур. То же самое мы минеральную воду, как я говорю, мы используем как бы и для ванн, но как бы основу используем. Но есть и разные добавки. Это, скажем, для мужчин очень хорошая ванна, это с белым скипидаром, который очень улучшает кровообращение. И то же самое, оно очень, это скипидаром ванная подходит и для опорно-двигательного аппарата, и для нервных болезней, и для легочных болезней. Бромом используем, когда есть недостаточно щитовидной железы, и эти ванны делаем больше для женщин, и как бы при гинекологических заболеваниях. Как бы самая вот такая ванна для сердечно-сосудистого, это углекислая ванна, суть этой ванны тоже, чтобы тренировать кровеносные сосуды, и как бы, чтобы организм привыкал. И тем не менее, эти ванны не только для сердечно-сосудистой системы, но тоже очень хорошо и для мужчин. Так, еще с минеральной водой не сказал, что вот вертикальные ванны, одна из наших как бы таких ключевых процедур, это есть вертикальные ванны, во время которых делается упражнение сначала возле стенки бассейна, потом на лежаках, в кругах и на трапециях. А суть в том, что мы во время занятий вертикальной ванны и бассейне, когда вес человека уменьшается, остается этого веса около 1/9, 1/12, человек, который имеет боли в суставах, он может в воде, так как подвешенном, как бы получается такое состояние, он может делать движение побольше амплитуды, и тем не менее, так как вода имеет свое сопротивление, она и тренирует, она усиливает мышцы, потому что если и начинаем лечить или какие-то боли, суставы, мы сначала делаем, что тренируем мышцы для того, чтобы они могли переснять весь вес на себя и чтобы не страдали наши суставные поверхности. Мы проводим подводное вытяжение позвоночника в бассейнах с минеральной водой. Температура воды достаточно теплая, 32 градуса, для того, чтобы расслабить мышцы и снять спазм. Вначале мы проводим упражнения, которые увеличивают подвижность позвонка, улучшают кровообращение. И только уже потом, как заключительный этап, у нас идет вытяжение позвоночника, где вытяжение происходит под действием собственной массы тела. И мы растягиваем именно необходимые зоны. Это подвешиваем, у нас есть специальный воротник, если это касается шеи. У нас человек повисает на руках для вытяжения позвоночника и поясничного отдела позвоночника. Вот мы вот под влиянием собственной массы тела производим вытяжение. Это мягко, это щадяще и достаточно безопасно.
И еще натуральное, это, как бы сказать, климатотерапия. Вот суть самого города в том, что он расположен в сосновом бору. Сосновые иголки, когда бывает ветер, они движутся, они ударяются с воздухом, и из воздуха выделяются отрицательные аэроионы. От отрицательных аэроионов зависит наше настроение, самочувствие, так как мы... как мы себя чувствуем. Это чувство очень похоже, когда мы, вот, скажем, бываем около моря или бываем, где вода падает с высоты вода. И вот эти аэроионы, мы когда вот бываем, как бы почувствуем, мы чувствуем, что нам становится легче дышать. То же самое чувство бывает после грозы, молнии, когда выходим на улицу, и нам создается такое чувство, что как-то становится светлее голова и становится легче дышать. Так вот, эти главные курортные факторы – это природа, натуральная минеральная вода, торфяная грязь. И тем не менее, мы все это еще используем и перформируем эти природные факторы для лечения. Так теперь еще грязевые процедуры – есть торфяная и сапропелевая грязь. Суть самого грязевого лечения, сама суть есть в чем? В том, что грязи очень медленно накопляет тепло и очень медленно его дает. Потому что, вот скажем, если мы воду нагреем до 60 градусов, мы и сразу получим ожог. Потому что вода сразу дает тепло и получается ожог. А грязи мы нагреваем до 40-42 градусов. И суть в том, что она очень медленно отдает тепло, и суть сама-то есть улучшение кровообращения, и с этим мы, вот этим мы и достигаем этого эффекта. Грязи без только улучшения кровообращения, теплового эффекта имеет и, как бы сказать, эффект с биологически активными веществами. Так как в грязи все равно как бы не было, развивается очень много микроорганизмов, они тоже производят и витамины, витаминоподобные вещества и подобные на гормоны вещества, которые тоже остаются после процедуры на нашей коже и действует наше самочувствие. И тоже грязь имеет микромассажный эффект, они как бы делают во время процедур, как бы получается пилинг кожи. Грязь используется, самым главным, это для лечения опорно-двигательного, нервных заболеваний, но в принципе, когда вот человек приезжает и постарше, обычно в 40 лет он имеет одно заболевание, в 45 уже два хронических заболевания, так что всегда, если и самая главная проблема, скажем, сердечно-сосудистая система, но у пациента может быть проблемы и с тазобедренными суставами, тогда и голеностопными суставами, и тоже мы можем вот для суставов использовать грязь. Самым главным образом грязи используются как аппликации. Это аппликации белой грязи и аппликации черной грязи. Грязевые ванны, когда они делятся на три категории, когда имеется с малым количеством торфа, с средним и высоким содержанием торфа. И суть тоже этой ванны с торфяной грязью, когда вот принимает пациент процедуру, грязь имеет гораздо сильнее действие выталкивающее. Вот когда в воде, вода тоже нас выталкивает, и у человека получается только 1/12 веса, когда он в воде. А когда в грязи, он во время процедуры бывает как бы в подвешенном таком состоянии. И во время этого состояния у него расслабляются мышцы, расслабляются связи, уменьшается боли, он как бы может более комфортно себя чувствовать, после чего вот этот эффект и остается. То же самое грязь используем при пародонтозе для десен. И когда бывают проблемы гинекологические, так бывает тогда, мы используем грязевые влагалищные тампоны. Для мужчин при простатитах используем ректальные тампоны. И вот как бы и эти все методы вот грязевые, которые мы можем предложить своим пациентам по лечению. И процедуры, как бы у нас начинаются процедуры. Приходит к врачу, врач осматривает
пациента, клиента и назначает процедуры. И такой комплекс, главный вот такой комплекс, так это первая процедура, это лечебная гимнастика. Лечебная гимнастика может быть в зале, групповая, индивидуальная, на системе неурака, неурак или как называется редкорды, потом может быть гимнастика с разными тренажерами. И то же самое гимнастика может назначаться в бассейне или вертикальной ванне. В бассейне есть разные группы: суставные, позвоночные, кардиологические. Это в зависимости от занятий подбираются упражнения. И вертикальные, самое главное, это вертикальные ванны. Вот когда назначается уже как бы назначается лечебная гимнастика, вторую процедуру мы назначаем или ванны, или грязи. И тоже это то же самое подбирается, какие ванны, какие проблемы, какие жалобы по состоянию. И один день ванны, другой день грязь. Если по состоянию здоровья не может врач назначить пациенту грязевые процедуры, он тогда назначает сухую грязь или грязь в мешочках, и то же самое это или с гальваническим током, или без тока. Это тоже состояние процедуры. Третья процедура – это массаж. Массаж – это бывает подводный или сухой массаж. В принципе, в санатории есть как бы такой порядок, что назначается 2/3 сухого массажа и 1/3 по пребыванию, вот сколько койка дней, и по пребыванию тогда назначается подводный массаж. Но можно варьировать, можно менять, скажем, сухой массаж на подводный массаж. Продолжение массажа сухого или подводного – это достигло около 20 минут. Четвертая процедура, одна из самых важных, тоже, как я уже раньше говорил, это преформированные природные факторы, это аппаратная физикотерапия. И это очень разные, от токи, магнитолазер, лазер, магнитные поля, ультравысокая частота, дарсонваль. Ну, в принципе, все, которые теперь используются, вся физиотерапия, которая самая новейшая, как и природных, так и перформированных природных факторов, назначаются они самые, как бы преследуют главные цели. Так одна цель – это улучшить кровоснабжение. А улучшая кровоснабжение, побольше кислорода и питательных веществ подается в пораженные очаги организма. И то же самое, они, эти вещества разложения, которые вот при болях, при каких-то заболеваниях, они лучше выносятся из этого очага. Другое – это обезболивающее действие. Как я и говорил, так это четвертая процедура физиотерапия, и потом подбирается пятая процедура. Это может быть очень разные процедуры, это может быть и аудиовизуальная релаксация, и биуральная релаксация с установкой на выздоровление, биуральная релаксация с установкой на глубокий релакс, и то же самое и галотерапия, и ароматерапия, ингаляции, кислородные коктейли, и как бы вот создается вот такой комплекс день из 5 процедур. Как и говорил, вот эти, и тем самым, когда при попадании к врачу, врач определяет вот на самые большие жалобы, и вот как бы он дифференцирует эти процедуры, какие кому лучше, какие кому вот в то время нужно. Потому что это зависит от обострения, или стекающее обострение, или это ремиссия. А само как бы лечение, вот как и говорил, главная суть – это одно, так это улучшить кровообращение, второе – снять боль, и не забыть, что наше лечение есть бы как бы раздражающее. Но мы как бы раздражая, вот преследуем цель, чтобы вот эти в головном мозгу, в коре создавались новые доминанты. Когда человеку вот что-то болит, у него создается в центральной нервной системе
коре мозга, доминанта или очаг, и он тогда живет этой с болью, он переживает, ему плохо, у него нету настроения, он как бы обижается на родных, и тоже это все сказывается на его поведении и поведении с другими людьми. Так наши вот эти процедуры, создавать другие в коре мозга, другие очаги, которые вот этот очаг, сформировавшие при боли, при чем-то, перекладывают или как бы и они начинают доминировать, они становятся сильнее, и вот тогда эти вот очаги, которые создались при боли, при каких-то вот, они как бы стихают, и вот и это как бы и считается вот больнологической реакцией. Суть этой реакции, что мы сначала даже может после 2-3 процедур пойти обострение. Но потом оно стихает, и, конечно, сам эффект уже не в санатории еще, а по приезду уже домой, где-то через 2-3 недели, уже тогда человек начинает чувствовать, как-то он ему болело колено, то ли тазобедренное, а он идет и думает, что-то со мной не что-то со мной случилось. А смотришь, что, так у меня же колено вроде бы болело, а теперь не болит. Вроде бы тазобедренный сустав, а вроде бы и не болит теперь. И сколько оптимальный срок лечения? Ну, как минимум оптимальный срок, я так считаю, 12-14 дней. Чтобы получилось, потому что мы ванны и грязи можем назначить только каждый второй день. А ну, хоть бы 6 процедур, чтобы получилось. Конечно, в свое время, когда вот при советской школе, когда мы могли там и 20-24 дня была продолжительность, тогда было 12 грязи, 12 ванн как бы полно. Но теперь делается, может быть, чуть-чуть интенсивнее. Люди, конечно, не могут себе позволить там 24 дня отдыхать или вот так. Но то же самое это зависит и от того, во сколько уже... Как уже болезнь прогрессировала. И если только это начальное, вот скажем, сначала, вот есть установлено, что сначала идут минимальные молекулярные изменения. Вот при этих изменениях, вот эти наши процедуры, они как бы имеют оздоравливающий эффект. Они, вот та самая процедура, она может быть и оздоравливающая, и та самая может быть лечебная. Процедура. Вот когда молодые приезжают, тогда улучшая то же самое кровоснабжение и все, мы как бы еще нету даже и признаков ни болезни, ни боли, ничего. Как бы он себя все нормально, хорошо чувствует. Но вот и получается, что и вот тогда эти процедуры как бы использовать для выздоровления. Когда уже есть проблемы, тогда мы эти процедуры используем для лечения. А суть то же самое, одно из этих есть как бы наших, чего мы хоть хотим достичь, чтобы здоровый остался здоровый, больному вернуть здоровье, но когда есть уже изменения такие, которых мы не можем, чтобы они как бы восстановили, тогда вот хотя бы поддержать то состояние, которое есть, чтобы оно не прогрессировало. При всех этих процедурах наша суть как бы теперешние времена, как бы человек при таком темпе развития промышленности, окружающей, передвижения, наш как бы, наша, если так вот как сказать, голова работает по своему режиму, а тело работает по своему режиму. Так вот и то же самое с всеми этими, мы как бы хотим соединить обратно голову с телом. Потому что вот когда идет в вертикальную ванну, не то, что он не различает левая или правая рука. Ему говоришь пациенту, поднимите левую руку, он поднимает ногу. Так вот и суть опять вот вернуть и связать, чтобы восстановить вот все эти связи головы с телом, чтобы человек себя почувствовал, что он есть одно целое. Если сравнить, вот скажем, простую ванну, пресноводную ванну и минеральную ванну, так вовремя минеральной ванны кровообращение улучшается в 2 раза. Вот разница. И то же самое, если мы еще соединяем грязь и минеральную воду, мы еще лучше улучшаем кровоснабжение.
Что я еще хочу сказать? Всеми научными исследованиями доказано, что кровоснабжение улучшается только до 20 минут. Вот и процедуры, чтобы пациенты знали, что больше 20 делать минут нельзя, потому что после 20 минуты сначала все идет как бы компенсирует. Все сосуды расширяются, кровообращение улучшается, но происходит что? Распределение кровеносного русла происходит в поверхностные слои. И после 20 минуты, если вот я хочу еще лежать в этой ванне или что-то делать, оно получается так, тогда что она уже эти компенсаторные механизмы как бы перестают работать, и тогда кровоснабжение ухудшается даже до 70%. Вот чтобы знали, что побольше это не значит, что получше. Всем кажется, если выпью минеральный, в свое время было, вот когда вот зарождался город, когда начали только лечить минеральными водами, так при царе были даже методики. Сзади надо было выпить чуть ли не ведро минеральной воды. И считалось, что это лечится. Но они с утра до вечера по чуть-чуть выпивали. Теперь это доказано, что чем больше, не ест лучше. И то же самое минеральную воду начинаем пить с четверти стакана. У кого очень большое раздражение, даже ее чуть-чуть разбавляем с пресной водой. И по реакции, так как по самочувствию, мы уже увеличиваем по чуть-чуть эту минеральную воду. И чтобы идти вот в бювет и выпить там сразу 3 стакана минеральной воды, это есть разница. Минеральная вода, которая продается в магазине, она считается столовая минеральная вода. Ее минерализация не превышает 1 грамма литра в редких исключениях, когда бывает иногда разрешается. А тут, если его минерализация 6-7 граммов литра, и ее вот так вот пить, как бы по литру, по полтора литра, это не рекомендуется. А диетотерапии? По прибытию, то же самое, когда вот беседуют с врачом, он говорит свои проблемы, и врач может тогда его назначить на консультацию к врачу-диетологу. И то же самое всегда у нас, хоть и считается, вот, как бы есть шведский стол, но всегда, когда вот шведский стол, всегда и вот бывает и для подбора, и для диетического питания. Это, скажем, не жареная, а курица, приготовленная на пару, или вот другие, или салаты, вот то, что по возможности. И когда нужно, есть и пятикратное питание. По диагностике можно делать исследование крови, общий анализ крови, оседание эритроцитов, биохимические исследования, то же самое исследование мочи. Для женщин есть возможность сделать и мазки сделать, для мужчин антиген для простаты. И то же самое есть ультразвуковая диагностика. Ультразвуковая диагностика – это для женщин гинекологическая, груди, потом внутренних органов, для мужчин почки и простата. А по саму, то же самое можно сделать и кардиограмму, и исследование функций легких, состав массы тела. А в городе есть больница, и там можно сделать и компьютерную томографию, и магнитный резонанс. И мы также активно лечим детский церебральный паралич. По лечению детского церебрального паралича мы имеем многолетний опыт ведения лечения таких больных. Наш персонал обучен и общению, и отпуску процедур, потому что есть масса нюансов, нужен специальный подход к таким деткам. Нужно к себе расположить, нужно их расслабить, нужно, чтобы они не боялись, и тогда лечение эффективно. И у нас оздоравливается и лечится большое количество детей. Вот. Есть дети с родителями, есть детки отдельно, которые у нас проживают, учатся в школе и параллельно получают лечение. Лечение у нас такой патологии комплексное. Это и бальнеологическое лечение, и грязелечение, ЛФК, массаж,
эрготерапия. И вот такое комплексное воздействие дает хороший длительный результат, и к нам едут, и едут наши уважаемые пациенты. Противопоказаниями для лечения на курорте Друскининкай являются злокачественная опухоль, инфекционные заболевания, туберкулез в активной стадии, острая сердечная недостаточность, внутреннее кровотечение, беременность.